Здорово, родной. Сегодня я нахожусь на Motion Project вместе с Чифом. И хочу сразу же сказать, если ты ведешь мой никнейм при регистрации Руслан Самарский, либо же уже после регистрации, но в игре, по достижению 3 уровня ты получишь 50 тысяч игровой валюты. Вот, иди сюда, смотри. О, тут еще и прыгать можно. В натуре паровоз стоит. Че он маленький такой? Музейный экспонат. Короче, надо отправляться на выполнение квестов. Ебать, здравствуйте. Это машинист этого поезда, что ли, прибежал или что? Бать, куда ушел? Я стой, блядь. Пошли спросим с него, какой маленький. О, вон, на платформе. Блять, ты меня залагал. Бля, он еще по лестнице спускался. Че, рискнем? Через рельс. Срезаем. Сейчас срез откинуть. Как в жизни, да? Мы же не баба. Убегает, сука. А, вон он. Ну, сука. Паркур. Молодежное движение. Блять, куда пошел? Блять, его забанили только что прям перед нами. Отправляйся в правительство Нижегородской области для оформления паспорта. 3000 рублей и 15 МС. Ну а далее, после того, как мы приняли начальный квест, побежали до аренды великов на вокзале и поехали делать документы. Подожди, тут есть мопедики? Мопедики? Ну это чиф, этот, не чиф, я хотел сказать чиф. Это торпеда, торпедик. Ну что тут? Это что тут стоит? Это получается Лада Веста. О, это новая Веста, NG. Что, реально мопедов нет, что так бежать? Бля, у нас денег не хватает. А, нет, вот, велосипед Минск можно взять. Безлимит, либо мопед, тоже безлимит на косарь рублей. О, Николай Тарасов, здравствуйте. Пока, ебать. Тупо как, смотри, как поезд, тоже старый велик. Это мне, знаешь, велик, кстати, какой напомнил? Вот старые были, там, я не знаю, 80-е, 90-е. Аист, ёпта. Кама, Аист, там Пермь был, Урал. Тоже тонкая такая рама высокая. Ебать, тупо похуярил, чё. Ебать, я почтальон Печкин, блядь. Сука, сумки не хватает. Приехали делать документы, оплатили госпошлину, сфотографировались, прошли за стол. Ввели ФИО, дату рождения, расписались и сразу же получили документы. У меня подпись пиздец, блядь. Стрёмная, нахуй. О, 3 косаря дали. Покажи, подожди, паспорт. А как? Ну-ка. Маты, а чё у тебя рожа этот, размылен? Ну, бывает, подвинулся. Он рукой дёрнул, кого фоткал. А покажи ещё раз паспорт. Бля, мне надо было, наверное, переделать, сука. Подпись там, потому что одна Е, ебать, гигантская. В 3 раза больше, чем 2. Показать? Ты смотрел, нет? Да я смотрел. Это пиздец. Далее нам выпало еще 3 задания по 3 работам. Мы выбрали почтальонов, побежали, устроились, точнее, доехали и устроились. Заработали денег с посылок, то, что мы их развозили. И, соответственно, за выполненное задание нам еще капнули донат очки, донат валюта так называемая, и игровая валюта, соответственно. Я упал в трубу. Какую трубу, блядь, ты где нашел? Канализационную? Я в цирку упал. Канализационную? А, в дороге даже. Лясик тут. Это твой лясик тут лежит. Я понял, про что ты говоришь. Сука. Про Моргина говорю, блядь, проезжай. Лясик валяется, не сразу даже понял то, что это твой валяется, блядь. Блядь, уебался, ебаник, мобзнак, сука. Тупо не поместился, сука. Как же там башня называется? Здравствуйте, на нее. Блять, пи***ю, я загуглил. Останкинская, блять, Останкинская, вот, нахуй выговорил. Автошкола Альтернатива. О, нихуя тут на кассе стоит Людмила-то. Правда, ебать, кого-то по сковородкой ебать. Сука, это пи***ц. Так, все, погнали. Категория B5000 нормальных, слушай. После выполненного задания с работой почтальона, нам выпало задание с закусочной вроде как. Нам нужно было купить кофе с пончиками поесть, и далее выпало задание купить сим-карту для телефона. Оно опять же находится недалеко от вокзала, все так же в Южном. Даже не имея транспорта какого-либо, можно быстренько добежать даже на своих 2 ногах и быстро это все купить. Далее же, после того, как мы выполнили очередное задание с, ну как бы уже сим-карты, мы добрались до автошколы. А автошкола находится за зданием Пятерочки, где мы покупали сим-карту, которая находится, опять же, недалеко от вокзала. А как ты меня догнал, учитывая, что ты еще ставил это полгода? Шашку кинуть хочу, бля. Шашку. Мне помогало? Ой, нет. Ты че тэпнулся?
Там менты стоят. Пошли нахуй. Нам сейчас переобучаться заставят. За удар, возможно, да, будет. Хотя, у тебя было касание? Было. Ну кто-то, ну кто-то кажет. Опера заехали, жесть. Куда? Парковаться, что ли? На пересдачу. О, успешно сзади практически все. Она нас в этот. Мы же в этот, в ГИБДД теперь. В РУВД. Опа, проскочить. Ах, он, блядь, не успел, сука. Жди, пройдите к директору. А, пройдите к директору в кабинет. Пошли. А, он все-таки не бесполезный, оказывается. Полученные справки. У нас 10 дней, чтобы в ГИБДД пойти. Пошли. Мы на суете, надо варить. По-моему, мы не туда поехали. А я не знаю, у меня этого. А куда вообще? Навигатор не выставлял. Ёперес это. Что, туда что ли? Жди. Нам? В другой город, на шопе мира который. Ну и после того, как мы сдали на права в автошколе, мы получили справку и отправили нас в отдел ГИБДД, который находится в 5-6 километрах от Юшки. Ну, понятно. Блин, а какой ебался обзнак у ГИБДД? Волга и X5. Волга. Так, 10 минут есть. Побегать. Вот здесь кто-то в рацию говорит. А куда здесь идти-то? Мы вообще сюда? Приехали мы по навигатору. Навигатором был не я, а Чиф. Но вся развязка будет дальше интереснее. Поймете, почему мы не нашли и, собственно, почему мы вернулись обратно в Юшку. Я специально повернулся, думаю, едешь или нет? Как видишь. Слушай, а вот здесь... Нам в чате же написано было у ГИБДД, а мы где были? Мы же тоже у ГИБДД были. Ну там написано у ГИБДД, но тут России по НО, там по России ОНО не было. А сейчас куда едем, там есть? ЦПП ГУМВД, я не знаю, но это рядом с тем, значит, скорее всего, туда. Ну да, в принципе, логично. Офиг, 5 километров катались, разъедали тупо территорию. В Юшку мы приехали, вернулись обратно на этих скутерах. Ехали долго, сначала в одну сторону, потом обратно возвращались в Юшку. В итоге мы каких-то оперов, по-моему, встретили или следователей. Но не суть. В итоге Егор опять залазит в GPS и нас опять отправляет за 5-6 километров от Юшки, где мы уже изначально были. Там я уже не вытерпел обратно на скутерах этих ехать. Я сказал, давай лучше вызовем такси, я плачу. Но в итоге платили оба, ну, такая система. Что с тобой делать, бородач? Ну, понять, простить и отпустить. Вон, наверное, он едет, что-то движется. Нет. Не, он. Во. Да я в другую сторону смотрел, там, оказывается, отъехал. Ну что? Минус 22 рубля, пошли, поехали. У тебя тоже? Да. О, смотри, какой-то другой поселок. Я думал, с меня он будет списывать, потому что я вызывал. А он с обоих? Нормально вот так там сейчас накапает. Да. Я не знаю, что у тебя там за лаги, такие микрофрезы, да? Подергивания. У меня выкинулась машина. Стой, стой, ему стой! Ты мне прорисовался. Мрел ГИБДД. Если она сейчас отвезет на то же самое здание, я вообще выпаду. Вот, мне сейчас GPS пишет, Мрел ГИБДД ГУМВД справа от нас. В названии то же самое. Он сюда съезжает. Да. Может, мы тупые просто. А, подожди, там метка левее, чем была. Мы, походу, вообще не в то здание зашли. Тут две метки. Да, тут вторая метка была все это время. А, вон левее, да, крыльцо которое? Да. Сука, мы два просто вот осла, знаешь. Я не знаю, как это прокомментировать. О, выдача водительского. Мне нравится категория цифра 4. 15, ты мне 500 рублей не хватало. А у меня 5611 рублей. Подожди, у нас донат есть. 15... 7500. А на этом, родной, все. Спасибо за твой просмотр. Ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. А также напомню, я был на Motion Project. Все ссылочки в описании и вводи мой промокод, а точнее никнейм при регистрации или же уже в игре после регистрации в реферальной системе Руслан Самарский, получай 50 тысяч игровой валюты по достижению 3 уровня. Тебе удачи и пока. Это было первое.